Первый день соревнований. Сегодня гимнастки выступают с индивидуальными программами. Завтра покажут групповые. Всего в первенстве принимают участие 8 команд. Это 120 человек в возрасте от 6 до 15 лет. У нас впереди спортивный сезон. Наша задача проверить наших спортсменов. Я надеюсь, нам в этом помогут наши гости. Поэтому удачного вам старта, проявить себя в характере спортивной. Поздравляю вас! В программе выступления с булавами, скакалкой, лентой, обручем и без предметов. В этом году выступать немного сложнее, так как ужесточились правила оценки. С 2017 года поменялись правила соревнований по художественной гимнастике, изменился подсчет оценок, добавилась работа левой рукой, левой ногой. Вот на данных соревнованиях все это судьи будут отслеживать, давать сбавки, если не удовлетворяет правилам соревнований. Среди участниц как новички, так и опытные спортсменки, которые успешно выступают по программе кандидатов в мастера спорта. Также в этом году впервые в соревнованиях приняли участие Симферополь и Феодосия. Наш город представляют сильнейшие спортсменки. Диана Данилина занимается гимнастикой уже 5-й год. В городских турнирах часто берет первые места. Сегодня выступает без предмета и со скакалкой. Первое выступление в целом прошло удачно, несмотря на небольшие помарки. Я не удержала кольцо, но я думаю, что я второе место займу. Художественная гимнастика считается одним из самых сложных видов спорта, который покоряется немногим. Требования к спортсменам достаточно высокие. Девочка должна быть музыкальной, координированной и имеющей определенные физические данные. Помимо музыкальности у нас еще хореография на уровне балета идет. И требуется еще и цирковое искусство. Очень тяжело, но многие девочки это делают. Делает это не без успеха и наша спортсменка, признаваясь, что она этот вид спорта выбрала не только ради физического развития. Он для девочки красивый и подходит. И с ним больше худеешь и фигура появляется. Итоги соревнований подведут завтра после группового первенства. Из победительниц будет сформирована сборная команда города. Она представит Анапу на краевых соревнованиях, которые состоятся уже этой весной в Краснодаре.